Личная жизнь Джана Ямана вызывает повышенное внимание со стороны турецкой прессы. Как правило, актер избегает вопросов, связанных с его отношениями с Demet Özdemir. Однако на этот раз он сделал исключение и честно рассказал о своей бывшей партнерше. Джан Яман продолжает привлекать к себе внимание турецких папарацци. Молодой актер с удовольствием проводит время в компании друзей, предпочитая ночную жизнь, что неудивительно. Он сам признавался, что именно ночью чувствует себя замечательно. Накануне Джан присутствовал на помолвке своего друга в районе Итилер. После мероприятия журналисты смогли задать вопросы актеру по поводу его предполагаемой ссоры с бывшей партнершей Demet Özdemir. Напоминаем, что Джан оставил достаточно любопытное сообщение в соцсетях, поблагодарив всех, кто поздравил его с днем рождения и кто не поздравил. Разумеется, пресса немедленно предположила, что Джан обиделся на Demet, которая не поздравила его. Как заявил актер, он никогда раньше не отвечал на вопросы о том, что касается его личной жизни и его отношений с Demet Özdemir. И в дальнейшем полагает, что это будет неуместно. Однако поздравила она его или не поздравила, для него не имеет никакого значения. Demet для него всегда была и будет очень дорога, она особенная, драгоценная. И всегда такое останется, несмотря ни на что. Что бы она ни сделала, это не изменится никогда. Он всегда будет ее самым главным поклонником и подписчиком. Он с удовольствием будет смотреть ее дальнейшую работу, ведь она очень талантливая и особая актриса. Но на личные вопросы он больше отвечать не будет. Также Джан Яман сообщил, что уже в самое ближайшее время избавится от своего имиджа и сделает новую прическу для новой роли. А волосы актер собирается пожертвовать на благотворительность. Напоминаем, что уже 26 ноября актер посетит Испанию, где будет гостем программы испанского телеканала Телесинка «Valverde Aver». В январе ему предстоит служба в армии, а уже в феврале начнутся съемки его нового сериала «Жизненный долг» Джан Борджум. Станет ли проект популярным у турецкого зрителя, покажет время. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.